Покажу лучший рецепт беляшей. Ингредиенты будут в комментариях или в описании. Смешиваем молоко с водой, теплое. Забросили яйчишко. Соль. Сахарочек. Дрожжи. Маслечко. Все перемешаем. Муку просеяли. Сначала ложкой мешаем, потом руками. Должно получиться тесто мягкое, должно слегка прилипать к рукам, но и отставать тоже. Куда-нибудь теплое место убираем, чтоб поднялось. Фарш покупаем или перекручиваем мясо, мелко режем лук, соль, чеснок сушеный молотый, черный перец. Делаем им массаж и даем отдохнуть. Муку по рабочей поверхности протерли. У теста случилось ожирение, значит оно готово. Делаем такие кругляшочки и ставим их на обсыпанную поверхность мукой. Когда из всего теста сделали кругляшки, начинаем с самого первого формировать. Остальные накрываем. Ложим, кладем, бросаем, закидываем фарш. Лепим, формируем, изготавливаем. Не оставляйте слишком большое отверстие, иначе вывалится начинка. Вот он, беляш-миляш. Все налепили и даем ему отдохнуть минут 15-30. Огонь выше среднего и льем масло. Сначала пожарьте один и отрегулируйте огонь. Жарим где-то минуту-полторы с каждой стороны. Сначала жарим отверстием вниз. Если пытается перевернуться, не даем ему это сделать. Готовые ставим на салфетки дыркой вверх. Масло стекает и потом их перекладываем. Ой-ой-ой, как же вкусно, ешь беляш-миляш и кайфули делай.